Бельгия, Франция, Нидерланды, а теперь и Австрия. Парламент этой страны запретил ношение бурки в общественных местах. Почему и что грозит нарушителям, расскажет Татьяна Лагунова. Бурка и никап под запретом. Появляться в общественных местах в Австрии с полностью закрытым лицом вскоре будет запрещено. Такое решение принял парламент страны и ввел наказание для нарушительниц. Их будут штрафовать на 150 евро. Нововведение вступит в силу в октябре нынешнего года. Этот закон – часть так называемого интеграционного пакета, который утвердили австрийские депутаты. Кроме запрета на ношение бурки в общественных местах, он также не разрешает бесплатно раздавать на улицах Коран. И обязывает всех беженцев, которые получили убежище, пройти годичные курсы. Там их будут учить немецкому языку и рассказывать о ценностях австрийского общества. Интеграционные нововведения влетят в бюджет у страны в копеечку. На них планируют выделить 200 миллионов евро в год. Запрет на ношение бурки в общественных местах обсуждают и в Германии. Его поддерживают ведущие политики страны, среди которых министр внутренних дел и канцлер Ангела Меркель. Правда, пока только на словах. Сейчас в Германии действует закон, частично запрещающий ношение уборов, которые полностью закрывают лицо. Бурку и никап нельзя носить госслужащим, судьям и солдатам, когда они находятся на рабочем месте. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала Интер.